Продолжается муниципальный этап предметных олимпиад учащихся в Славянском районе. Один из самых интересных и популярных предметов – технология. Подробности в нашем репортаже. Всероссийская олимпиада школьников по технологии проводится с 2000 года. Соревнования проходят в настоящее время по четырем направлениям. Техника, технологии, техническое творчество, культура дома, дизайн и технологии, робототехника и информационная безопасность. Каждый из профилей очень важен и занимателен. Мы побывали в 16-й средней школе, где проходил этап по робототехнике. Она хорошо развивается в этом учреждении образования, особенно в последнее время. В олимпиаде приняли участие учащиеся с 7 по 11 класс. Дети участвуют с увлечением, им очень нравится. То есть это, во-первых, и познавательно, это и развивает логику, это и развивает мышление. То есть, в принципе, даже буквально вчера я тоже заинтересовалась, что это же за робототехника. То есть я, в принципе, понимаю вот внешне, да, что это. Но было очень интересно, более углубленно я наблюдала за ребятами. То есть действительно, это правда, это... кружок и направление, да, которым могут заниматься не только дети, не только учащиеся, то есть я имею в виду дети начальных школы, да, учащиеся среднего звена, но в принципе даже взрослые. Конечно же, здесь нужно знать азы, немалые азы информатики в любом случае, владеть компьютером. У нас, кстати, для этого вот с 1 сентября создан такой замечательный класс, кабинет цифровообразовательной среды. За день до этого участники олимпиады успешно прошли тестирование на образовательной платформе «Цифриум». После завершения практического тура его победители будут представлять Славянский район на региональном этапе Всероссийской олимпиады. Андрей Вишневский, Дмитрий Волошин, программа «События».